Я расскажу вам историю. В ней есть все. Месть. Наркотики. Жадность. Рональд Макдональд. Кто-то пришел в ФБР и сказал, знаете что? Монополия Макдональдса подстроена. Бюро решили, что это очередной бред. Афера в закусочной не звучала как задача номер один. Вы что, шутите? Это же абсурд какой-то. Монополия Макдональдс давала миллионам людей шанс выиграть. Но с 89 по 2001 почти никто не выиграл миллион честным путем. ФБР сообщили нам, что стикеры кто-то крадет. Компания была в ужасе. Мы прослушивали телефоны, и все время в разговорах всплывало имя дядя Джерри. Мы попытались разобраться, кто же он такой. Настоящий гангстер. Дядя Джерри доставал стикеры и продавал их другим. Он приносит стикер на миллион долларов, который лежит в пластиковом пакете для сэндвичей. И он не застегнут. Когда предлагают миллион долларов, кто откажется? Если только убить никого не просят, тогда, может, ты не согласишься. У нас были наводки на 8 человек, а потом их стало 53. Большинство тех, кто выиграл, хорошие люди. Я очень пожалел, что оказался в этом замешанным. Да. Я просто хотела лучшей жизни и подумала, похоже, эта судьба мне помогает. Я потеряла все. Эта афера разрушила столько жизней. Мы думали, хуже уже не будет. Но остановилось хуже. Сколько уже можно копать? И мы копали дальше. Но случается осечка, рано или поздно. Обман может сойти тебе с рук много раз подряд. Но один промах, и все.